Принцип действия ОСАГО ПМР предельно прост, утверждают его разработчики, как и в сопредельных Молдове и Украине. Защитный механизм обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств срабатывает в любом случае. 1 июля вводится административная ответственность за невыполнение обязательства по этому закону, то есть за отсутствие полиса, грубо говоря. Времени остается очень мало. Мы уже сегодня по нашим офисам продаж наблюдаем определенное оживление. Не хотим, чтобы наши клиенты стояли в очередях, поэтому очень рекомендуем не затягивать с этим вопросом, обратиться в офисы продаж, пункты продаж, которые по всему Приднестровью сегодня располагаются. Регистрация полиса – дело каких-нибудь 5 минут, утверждают страховые агенты. Но только если нет очереди. Для предотвращения возможного ажиотажа в страховой компании «Орион» уже предприняли ряд мер. Так, несколько офисов компании, в том числе в контрольно-пропускном пункте Первомайск-Кучурганы, переведены в круглосуточный режим. Заказать полис можно и по интернету на сайте orion.md. Это очень удобно людям, потому что, заказывая полисы по интернету, ты просто потом либо забираешь готовый полис, тебе не нужно стоять в очереди. Человек приходит смс, ваш полис готов, можете приехать забирать. Либо человек может заказать доставку. По Тирасполю Рыбнице осуществляется бесплатная доставка. С сегодняшнего дня также по городу Днестровску. То есть человек условно может находиться на рабочем месте, у него выдалась свободная минута, он зашел на наш сайт, заказал этот полис. То есть это как заявка. Просто ты заполняешь фамилию, имя, отчество, номер машины и, собственно, ему на работу привезут полис. Для оформления полиса ОСАГО необходимы всего 3 документа – паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. Страховка действует в течение года. Базовая стоимость полиса – это 300 рублей, вот, а конечная цена зависит от категории, статуса самого водителя и транспортного средства. То есть есть ряд коэффициентов, которые применяются к этой базовой стоимости. Мы запускаем в связи с ОСАГО дополнительную опцию, сервисы, которые позволят нашим клиентам при обращении в случае ДТП в нашу компанию за выплатой и выборе формы компенсации ущерба в виде ремонта, восстановления своего транспортного средства, получить на время ремонта прокатный автомобиль, так называемый. Либо по желанию клиента воспользоваться услугами такси. Все эти расходы будут оплачиваться страховой компанией. При оформлении полиса предусмотрена также скидка для льготных категорий населения, в том числе инвалидов и участников боевых действий. Максимальный ее размер определили законодательно – до 25% от общей стоимости страховки. Полис ОСАГО для внутреннего пользования в Приднестровье уже приобрели порядка 5000 наших соотечественников. Еще 117 тысячам эта процедура только предстоит. Чтобы она прошла вполне безболезненно, страховые агентства подготовили своим клиентам различные бонусы и возможности регистрации автострахования. Между тем, массовых обращений за полисом все еще нет. Страховые компании просят поторопиться и напоминают, за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств административная ответственность наступит уже 1 июля. За отсутствие полиса, если его нет совсем, от 5 до 10 РОНЗП штраф, то есть от 92 рублей до 184 рублей. Если этот полис ОСАГО ПМР имеется, но вы не вписаны в него, то есть каждый человек должен быть вписан в этот полис. Если вы не вписаны, то там от 2 до 5 РОНЗП, то есть условно от 36 до 92 рублей. Поэтому еще раз, полис должен быть, и если кто-то помимо вас еще управляет автомобилем, то всех, кто управляет, нужно вписывать в полис. Ну, либо оформляет полис на неограниченное количество лиц. Мы решили узнать, как относятся тираспольчане к возможности застраховать себя на приднестровских дорогах с помощью полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Ну, подождем еще чуть-чуть ближе уже к сроку. Думаю, приобретем. А для чего? Ну, для того, чтобы защитить себя в первую очередь от нарушителей. От нарушителей. ОСАГО вы уже приобрели? ОСАГО есть? Нет, еще нет. Нету. А будете покупать? Да. Да. Для чего? Для чего? Андрюх. Во избежание аварийной ситуации. Чтобы быть приднестровским человеком, быть самым застрахованным человеком. На Украину страховка, в Молдову страховка, Приднестровье страховка. Самый застрахованный человек будем, правильно? Надо иметь страховку украинскую, надо иметь страховку молдавскую, надо иметь страховку нашу. Я считаю, что это очень много страховок для нашего региона, это очень накладно.
И я думаю, что на первое время я не буду ее брать и посмотрю, как будет действовать этот закон. Страховать машину нужно, потому что я уже попадал один раз в Украине в ДТП, и мне выплатили страховку. Приобрели ОСАГО. Когда вы это сделали? Месяц назад где-то. Я всегда его покупал. Есть закон, нет закона, пусть будет. Для чего? Ну, мало ли, на дорогах всякое случается. Пусть будет. Вы согласны, деньги что... Деньги небольшие, а необходимо, чтобы застраховать себя немножко. Надо страховаться? Надо.